Приемник Ленинград 002. Представляю. Значит, от антенны осталась только первая секция. И нет накладок на кнопки переключения диапазонов. Так, включаем. Так, сейчас включен на УКВ он. Наконец-таки не напрягает реклама. И это 100% лайк. А я влияю на эфир. Хочу. Только что лайкнула, и песня уже в эфире. Лайк за то, что очень много музыки. Ставлю лайк. 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 Я сделаю лайк. Прошу обратить внимание, что все три регулятора тембра и громкости не трещат. Все чистенько. Так, смотрим фиксированные диапазоны УКВ. Сейчас. Так, фиксированное УКВ, все три работают. Новости для романтиков. Здравствуйте, с вами Ольга Маркина. Первые так, признаки теперь старения длинные начинают... волны. Длинные волны смотрим. На длинных волнах сейчас посмотрим, будет ли что принимать, нет. Что-то пытается, но видно ничего нету. Или антенну надо выбрасывать. А, вот что-то. В общем, длинные вряд ли что поймаем. Так, средние волны. Ну, что-то есть. Ну, на среднем есть что-то. На средних волнах. Не переставали уже относиться к На средних потом. Нормально принимают. Между прочим, это Байкал-Сифрон оказывается из этих рядов. Так, второй средний диапазон. Ну, что-то ловит, пытается, но плохо без антенны. Короткие, не знаю я, как настраивать. Короткие, не знаю, как настраивать, так что что-то какие-то трески идут, а толку нет. Так, ну давайте вот УКВ включим. УКВ включим, что-нибудь музыку. Так, громкость на примеделе. Низкие до максимума.
микс на минимуме, низкие в середине, высокие на максимуме, высокие на минимуме, высокие посередине. Средние волны.